Вас вітає служба інформації телерадіо компанії «Гомель» у студії Маргарита Шибукова. Добрий день. Открытие объектов социальной сферы, споборництвы Волотов, историчной реконструкции и Библия нож. 10 вересня у Гомеле распочинается трехдневная программа мероприемства, промеркованных до Дня города. Олег Сентюров потекавился некоторыми сюрпризами, которые подрихтовали организаторы. У першиню Гомель узгадывается у старожитных криницах у 1142 году. Правда, практически до 17-го стагодия он назывался то Гом, то Гомий, то Гомья. На думку ученых, это слово утворено от старожитнославянского Гом, что означает холм, узвыша. У историчной части Гомеля узгорки заховались до нашего часу. Сегодня это одна из ландшафтных особливостей города, якая будет выкрасана по часу проведения разностайных мероприемств. Когда погортать сторонки истории Гомеля, то тут так само можно найти шмат цікавого. Причем, за словом, у першиню, у регионе, Украине и на вот у свете. При святкованні Дня города об этом нагадают еще раз. Мы захватываем историю, начиная от начала 19 века и то, что было вплоть до конца 20 века. Именно характерное было для города Гомеля. То, что зародилось у нас и чего не было ни в области, ни в республике в целом. Именно у нас впервые, когда была Российская империя, зародилась Ланкастерская школа. Именно у нас зародился театр кукол, который потом перекочевал в город Минск. Это был наш белорусский сейчас государственный театр кукол. Именно у нас появилась первая детская железная дорога. Хоть только истории организаторы вырашили не обмяжовываться. Дзивить гомельчан, кажут, складано, але зарабить программу святкования Дня города цікавой можно. Усяго подчас святкования меркуется провести больше 100 забавляльных мероприемств. Плюс открытие объекту социальной сферы. После реконструкции у одновленном выгляде простание гомельский автовокзал. Открывается первый в Беларуси музей фото за уникальной коллекцией фотоаппаратов. Серед самых масштабных проектов открытие набережной реки Сож. Об этом казали еще у часы основания Советского Союза, але полностью реализовать идею сдолили только сёлетом. Дитячие гульнявые пляцовки, композиция «Маяк» за маль 50 святильнями и новые озеленения. Еще в 80-е годы были задуман проект. И вместе с тем силами строителей наконец-то он был реализован. 11 числа в 12 часов произойдет торжественное открытие. И уже вечером 19 часов свет сквозь века, большое интересное световое шоу будет на этой новой набережной. Далее, в этот же день, 11 числа, будет после реконструкции открыто здание нового детского садика на Книжной, 19. Это больная тема для жителей нашего города. Если в развитии города хватает мест, то для микрорайонов новостроек, безусловно, нет. Официальное открытие Дня города отбудется 12 вересня на площади Ленина в 11:00. Как чекается, удел у им примут народные артисты Беларуси Ядвига Поплавская и Александр Тиханович. У 12:30 тут пройдет презентация нового телеканала «Беларусь-4 Гомель». Олег Сентюров, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Напередодні святкування Дня города Гомельская держаутоинспекция узмацняє контроль на дорогах. На допомогу супрацовникам ДПС закликаны дружинники и ветераны ДАІ. По даденных статистики, на рівні с поменьшением колькости дорожно-транспортных здарэнняў, у параўнанні с летошним периодом, колькость человек, которые у них загинули, повялічылася. На этом тыдні Гомельская ДАІ будет працаваць во узмоцненном режиме. Инспекторы будут дежурить на всех ключевых скрыжаваннях и магистралях города и подтримливать себя спеку дорожного руху на подъездах до места проведения святочных мероприемств. Узмоцнять контроль так само и за пешеходами. Допомагать супрацовникам ДПС будут дружинники. У Гомеля доброохотная дружина ДАІ налишивая больше за 380 человек. По всей области у их состава выходят больше как 1000 человек. Не отмовляются у ДАІ и от допомоги ветеранов. В свою очередь они помогут молодым сотрудникам ДПС где-то правильно квалифицировать то или иное правонарушение, где-то проявить милицейскую смекалку. Дружинники автоинспектора могут выступать в качестве очевидцев, в качестве свидетелей правонарушения. Также могут оказать методическую помощь, практическую помощь инспектору. Ну и вообще эффект присутствия нескольких человек, он тоже имеет свое место при оформлении того или иного нарушения правил дорожного движения. С удовольствием еще постоял бы на линии. Сейчас же молодые женщины катаются, да, за рулем сидят. Тогда их не было в то время.
Белорусская республиканская пионерская организация рыхтуется означить 25-годовый юбилей. У Гомельской области у пионерским руху удельнейшая каля 90 тысяч детей школьного узросту. Об деятельности организации и запланованных мероприемствах ишла говорка на брифингу, який отбылся сегодня в Гомельском облвыканкаме. Пионерский рух у Беларуси – самая массовая дитячая организация на всей постсоветской просторы. У юбилейный год ее визитной карткой станут международный взлет пионеров, презентация уластного гимна, шерох акций и конкурсов. Многие из них знакомы не одному поколению дорослых. Например, уластная спортивная гульня «Пионербол», военно-патриотичная гульня «Зорница» и иншие. Принциповое отрознение БРПА от пионеры и советских часов – принцип доброохотного уступления у организацию. А это обязывает притягивать ребят не формальными методами, а по-соправдному цікавыми справами. От формализма нам пришлось уйти. Почему? Потому что сегодня, повторюсь, что это дело добровольное. И сегодня мы заинтересованы в том, чтобы заинтересовать детей прийти в нашу организацию и быть ее участниками. Привлекаем ребят тем нашими конкретными делами, акциями, мероприятиями. Если они видят интерес в них, то они приходят. Про то, какие они сучасные пионеры, сегодня пойдет размова в черговой программе «Диалог». Гостем студии прямого эфира станет старшиня Гомельской областной пионерской организации Артем Карпенко. Задать ему питание, выказать пропановы можно будет, потелефоновавши по номеру 77-68-45. Глядите программу сегодня в 18:10 на телеканале «Беларусь-2». Первого кастрычника артисты Гомельской областной филармонии новым проектом под назвой «Разом» откроют черговый концертный сезон. На одной сцене выступят эстрадно-симфоничный оркестр и выхованцы продюсерского центра «Артбиз». Наши корреспонденты убачили и головное подшули, как проходит подрыхтовка до одного из головных концертов года. У творчем багаже гэтых музыкантов богатый опыт працы с зорками сусветного узроўню и артистами разных жанров. На гэты раз их суседями по сцене станут юные таленты Гомеля. Подрыхтовка проекта «Разом» должится уже месяц. За гэты час особные нумары и концертная программа у целом не раз переживали змены. И процесс гэты протягивается. Работать с детьми, во-первых, интересно. Это благодарные работники, потому что они работают не за зарплату, а из интереса. Дети, когда осваиваются в репетициях, они начинают выдавать такое, что и не всем взрослым под силу. И тем это интереснее, потому что это исходит от детей. Продюсерскому центру «Артбиз» 4 года. Дети тут занимаются с 2 годов. Юные артисты принимают удел во всех значных конкурсах и телевизионных проектах республиканского масштаба. Была у детей и у меня, и у всего коллектива продюсерского центра такая мечта, чтобы состоялся концерт с настоящим эстрадно-симфоническим оркестром, чтобы все поняли, что дети поют в живом звуке, чтобы рядом с ними стали абсолютно зрелые уже, состоявшиеся солисты нашего оркестра. Дарыча самому маленькому удельнику концерта усяго 3 года. Со сцены будут гучать мелодии белорусских композиторов, народные песни в сучасном выконании, а так само сусветные хиты на английской мове. Створаны шерох новых аранжировок, якія гомельчане почуют упершиню. Зрители могут поучаствовать в концерте. Их фотографии могут появляться во время концерта на экране. Для этого необходимо прислать свою фотографию любимую на сайт Гомельской областной филармонии, и мы разместим ее во время концерта, будет проектироваться на большой экран. До премьеры засталося всего несколько тыдняв. Яна отбудется 1 кастрычника у громадско-культурном центре. Символично, что концерт пройдет в Международный день музыки. Ганна Ковалева, Александр Токаров, телерадиокомпания «Гомель». Новини региона, информацию о проектах телерадиокомпании «Гомель» вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. У студии працавала Маргарита Шубукова. Усяго доброго и до встречи в эфире.